Оу! Что здесь бытие? Несколько композиций о тщетности существования. Человечество и спасение, насколько вещи взаимосвязаны. We'll be right back.
человечества, дело рук самого человечества, спасение человечества, дело рук самого человечества, спасение человечества, рук самого человечества, спасение человечества, человечества. Давай сбежим! Детские книги, давай сбежим, оставим жизнь хоронить живым, оставим жизнь хоронить живым. Спасение утопающих, дело рук самих, утопающих, спасение Атлантиды, дело рук самих, утопающих, спасение человечества, рук самого человечества, спасение. Да нет никакого спасения! Давай сбежим! В мир насекомых, давай сбежим! Оставим жизнь! Оставим жизнь хоронить живым! Оставим жизнь хоронить живым! Человека на ноль. Поделить человека на ноль! Поделить человека на ноль! Делить человека на ноль! Делить всю планету на ноль! Сейчас из тех, кто был на прошлых двух-трех концертах, объявление «Новая песня». Как и все остальные композиции, она о жизни и смерти. Вам похлопает сатана. Thank you.
попал под дождь, попал под поезд, попал на деньги, вышел на улицу, попал в просак, попал в историю, попал на небо. Все истории заканчиваются одинаково. Все истории заканчиваются одинаково. Настало время охуенных историй, и все они закончатся одинаково. Все истории заканчиваются одинаково. В этом мире все заканчивается одинаково. Не то чтобы это по 100%, но... Ля-ви, такая жизнь. Выбирай, как тебе транспортинг. Choose life, выбери жизнь. Ничего не значащие истории, ничего не значащие события, ничего не значащие комментарии, ничего не значащие новости, ничего не значащие жертвы, ничего не значащие страдания, ничего не значащие распятия, ничего не значащие насилие. Все истории заканчиваются одинаково. Живем в эпоху охуенных историй, и все они заканчиваются одинаково. Все истории заканчиваются одинаково. Блядь, в этом мире все заканчивается одинаково. Не то чтобы этому следует верить, но... Зеляви, вот это жизнь! Выбирай, как Тим Транспортинг. Часть 2. Выбери жизнь. Человеческой шкуре.
сейчас будет композиция, основанная на одной из глав романа Сорокина «Норма», кто еще не выучил. Для тех, кому нормально, предлагаем вспомнить Владимира Сорокина. Нормальные роды, нормальный мальчик, нормальный садик, нормальный папа, нормальные сопли, нормальные подгузники, нормальная бабушка, нормальный телек. Нормальная школа, нормальная парта, нормальные уроки, нормальный хуй, нормальный физрук, нормальная драка, нормальный зауч, нормальный прогул. Нормальная пара. Нормальная путяга. Нормальная армия. Нормальная вахта. Нормальный автомат. Нормальная камера. Нормальная работа. Нормальная зарплата. Нормальные деньги. Нормальное бухло. Нормальная водка. Нормальное пиво. Нормальная закусь. Нормальная рвота. Нормальная пати. Нормальная блевотина. Нормальная зараза. Нормальная блядь. Нормальные менты. Нормальная камера. Нормальная гематома. Нормальная смерть. Последняя, нормальная последняя. А то, что музыка всех вас предаст, и искусство тоже, и сожрет вас с потрохами. We'll be right back.
суд, не судья. Всем адвокатам навеки отвод. Приговор исполнит рука твоя. Быть повешенным среди нот. Музыка скоро тебя предаст. Вирус сожрет тебя изнутри. Плюжет и потушит огонь твоих глаз. Высшие сферы со вкусом земли. Музыка играет против тебя. Музыка играет против тебя. Музыка играет против тебя. Музыка играет против тебя. Все, да приводит с вами небытие. Лисичкин хлеб сейчас.